участок первый, он вроде бы простой, но с такими сложными, то быстрыми, то не очень поворотами. И они похожи с внешних, когда подъезжаешь, а на двери стенограмме, а не тому, что ты вот глазами видишь. Обычно, когда гонка проходит впервые в регионе, то бывает первобринкомом. Здесь, скажем, таких проблем не было. Организация на достаточно хорошем уровне, дороги интересные. Болельщики, конечно, очень радуют. На всех гонках, достаточно отдаленных от нашего города, да, присутствовали как бы торсиды НТ-Лады, торсиды питерских болельщиков очень много где присутствовало, на Тамане, здесь, в Адыгее. Самое главное для меня, что на финале, на последней гонке сезона я финишировал, то есть, скажем, закрыл череду неудач. Очень много этапов, очень много людей участвовало. К сожалению, не все дошли до конца, чтобы посоревноваться с нами за обладание кубком. Я хоть и езжу в чемпионатах и кубках России уже 10 лет, но это первый раз, когда я выиграл серию целиком. Потому что были разные. Я был второй много раз в чемпионате и в кубке, но вот в виде победы наконец нашла меня.